Фирма Gremlin Graphics представляет аркадную игру-имитатор «Удар в пустыне. Возвращение в залив». Сегодня мы представляем вам еще один вариант имитатора боевого вертолета. На этот раз игра отличается активным действием и должна привлечь любителей аркадных игр. Перенесемся в Арабские Эмираты. Правитель одного из государств, генерал Кильбаба, обладающий химическим и ядерным оружием, напал на соседнее государство. И Персидский залив опять стал очагом международной напряженности. Президент США решает нанести ряд упреждающих ударов по владениям безумца и тем самым предотвратить кризис. В этой игре вы исполняете роль пилота боевого вертолета «Апач», стоящего на вооружении американских военно-морских сил. Вы принимаете участие в 4 боевых миссиях. Каждая из этих миссий состоит из ряда заданий, а всего в игре их более 30. В первой миссии, которая называется «Превосходство в воздухе», вы должны уничтожить самолеты противника, находящиеся на взлетной площадке. Для успешного достижения этой цели сначала необходимо снести с лица земли радарные установки и электростанции. После этого вы атакуете аэродром противника и полностью уничтожаете его. Но миссия еще не окончена. Есть еще одно задание. Нужно освободить попавшего в плен разведчика, который обладает ценными сведениями о стратегических планах врага. Еще одна атака на командный пункт, и вас можно считать героем. Вертолет «Апач» чрезвычайно прост в управлении. Вы используете клавиши управления курсором для перемещения боевой машины, а клавиши Z, X и C активизируют оружие. В ходе игры вам предстоит эвакуировать остатки десанта. Как только вертолет зависает над фигуркой солдата, из вертолета спускается лестница, по которой солдат поднимается на борт. После того, как вы взяли на борт солдата, вы отправляете его на корабль. Для этого необходимо вернуться на берег в точку высадки десанта. В некоторых случаях вы сможете пополнить запас горючего и восстановить свои силы. Для этого необходимо зависнуть над изображением топливных баков или аптечки. Подъем груза на борт произойдет автоматически. Теперь немного о тактике игры. У вас имеется 3 вида вооружения. Ракеты Hellfire, ракеты Hydra и пулемет. Пулемет более всего пригоден для уничтожения небольших целей, контрольных постов, отдельных солдат, противника и так далее. В начале кампании у вас 38 ракет «Гидра». Они в первую очередь предназначены для уничтожения зенитных и радарных установок противника. А 8 ракет «Hellfire» лучше всего выпустить по крупным целям – электростанции, аэродрому и командному пункту. Для этой игры требуется процессор 386 и выше, VGA, Sound Blaster, привод.